этом учебном видеоматериале мы рассмотрим алгоритмы синтеза кинематической схемы зубчатой планетарной передачи. На экране простейший планетарный механизм, включающий в себя три подвижных звена. Центральное зубчатое колесо 1, называемое солнечным. Зубчатое колесо 2 с подвижной осью вращения, называемое сателлитом. И звено, на котором находится ось вращения сателлита, называемое водилом и обозначаемое на кинематических схемах латинской буквой H. Структурная схема этого механизма выглядит вот так. Три подвижных звена и стойка образуют кинематические пары пятого класса А, А1 и Б. Пара С, образованная зубчатыми колесами, четвертого класса. Используя формулу Чебышева, найдем подвижность механизма, которая равна 2. Если сделать неподвижным солнечное колесо, то получим одноподвижный механизм. Итак, этот механизм имеет подвижность, равную 1. Следовательно, может иметь одно ведущее, иначе входное звено. Им может быть либо водила, либо сателлит. Если добавить еще одно подвижное звено в виде зубчатого колеса с внутренними зубьями, то число подвижных звеньев станет равным 4, и подвижность механизма будет равна 2. Такие механизмы в технике называют дифференциальными или дифференциалами. Солнечное колесо и колесо с внутренними зубьями, вращающиеся вокруг основной оси передачи, называют центральными. Центральное колесо с внутренними зубьями, равно как и планетарный механизм с таким колесом, называют еще эпициклическим. При неподвижном водиле имеем передачу между центральными колесами. При остановленном солнечном колесе движение преобразуется между водилом и большим центральным колесом. Если сделать неподвижным опорным большое центральное колесо, получим передачу между солнечным колесом и водилом. Из всего многообразия планетарных передач, применяемых в современной технике, наибольшее распространение получила однорядная планетарная передача с опорным большим центральным колесом. Такая передача может быть понижающей, то есть редуктором. В этом случае ведущим является солнечное колесо. Или повышающей, то есть мультипликатором, когда ведущим является водила. Передаточным отношением планетарной передачи является отношение угловых скоростей на входном и выходном валах, которые обычно выражают через числа зубьев колес. Например, для редуктора. Для мультипликатора. Индекс передаточного отношения показывает направление передачи движения. Для редуктора – от первого колеса к водилу, для мультипликатора – наоборот. Кинематическая схема любого механизма позволяет выполнить его кинематический анализ, то есть определить положение звеньев, их скорости и ускорения. Синтез кинематической схемы планетарного механизма заключается в установлении чисел зубьев колес, что при известном модуле зубьев определяет размеры звеньев и что в итоге дает возможность решения задач кинематического анализа. Рассмотрим последовательность синтеза планетарного механизма на конкретном примере. Итак, дана схема однорядного планетарного механизма с неподвижным опорным колесом. Частоты вращения звеньев солнечного колеса
380 оборотов в минуту, водила 80 оборотов в минуту. Модуль зубьев принимаем равным 3 мм. Передаточное отношение для редуктора 19/4, для мультипликатора 4/19. Синтез кинематической схемы планетарного механизма осуществляют, выполняя три условия: соосности, соседства, сборки. Кроме этого, все колеса принимаются прямозубыми и нулевыми, то есть не корригированными. В этом случае минимальное число зубьев колес с внешними зубьями принимается равным 17, а колес с внутренними зубьями равным 85. Условие соосности заключается в равенстве суммы делительного диаметра солнечного колеса и двух делительных диаметров сателлита делительному диаметру опорного колеса, что приводит к простому соотношению чисел зубьев колес. Z1 плюс 2Z2 равняется Z3. Разделим последнее выражение на Z1 и обозначим отношение Z2 к Z1 латинской малой буквой P. Отношение Z3 к Z1 найдем из формул для передаточного отношения, соответственно, редуктора и мультипликатора. И для редуктора, и для мультипликатора оно равно 15/4. В обоих случаях P равняется 11/8, что больше единицы. Следовательно, число зубьев сателлита больше числа зубьев солнечного колеса. Другими словами, наименьшее число зубьев будет у солнечного колеса. Если бы P было меньшим единицы, это означало бы, что наименьшее число зубьев имел бы сателлит. Далее действуем следующим образом. Принимаем число зубьев солнечного колеса равным 17. Определяем число зубьев сателлита. Округляем полученное число до ближайшего целого и принимаем Z2 равным 23. Число зубьев опорного колеса равно 63, что меньше 85. Увеличивая Z1, добиваемся, чтобы Z3 превысила величину 85. Получаем Z1 – 23, Z2 – 32 и Z3 – 87. Итак, мы определили числа зубьев колес, исходя из условия соосности. Теперь необходимо согласовать полученные значения с двумя другими условиями. Число сателлитов в механизме может быть 1, 2, 3, 4 и так далее, пока нет контакта выступов соседних сателлитов. По условию соседства определяют максимально возможное число сателлитов, которое может быть размещено между солнечным и опорным колесами. Это число находят по формуле, которая появилась на экране, и округляют до меньшего целого. В нашем случае оно равно 4. Теперь необходимо проверить условия сборки. Если в механизме имеется 2 и более сателлитов, то при неправильном выборе чисел зубьев колес становится невозможным монтаж второго и последующих сателлитов, поскольку их зубья не располагаются строго против впадин смежных колес. Для нормальной сборки необходимо, чтобы выполнялось условие, где K и Q – целые числа. В нашем примере сумма Z1 и Z3 равна 110, поэтому приемлемой комбинацией K и Q является 2 и 55. Следующая комбинация дает число сателлитов 5, что не подходит по условию соседства. Вернувшись к началу расчета и увеличив Z1 на единицу, получим Z1 – 24, Z2 – 33 и Z3 – 90. В этом случае сателлитов может быть либо 2, либо 3. Если принять Z1 – 26, Z2 – 36 и Z3 – 98, то можно K принять равным 2 или 4. Чем больше сателлитов,
тем меньше габариты передачи, поскольку нагрузка распределяется между большим числом пар зацепления. Таким образом, варьируя числами зубьев, можно всегда получить заданное число сателлитов. Итак, останавливаемся на варианте К2, Q55, Z1-23, Z2-32 и Z3-87. Теперь можно найти фактическое передаточное отношение, которое равно 4,78. Отклонение от заданного составляет меньше 1%. Допустимо до 5%. При модуле зуба 3 мм определяем делительные диаметры всех колес. Они равны D1 69, D2 96, D3 261 мм. Теперь можно изобразить кинематическую схему нашего механизма. Для графических построений, необходимых при решении данной задачи, достаточно чертежа формата А4. На таком чертеже наибольшую делительную окружность опорного колеса можно изображать диаметром 60-80 мм. Если принять среднюю величину 70 мм, то потребный масштабный коэффициент длины будет равен 373 метра на миллиметр. Удобно округлить это значение до 4000 метра на миллиметр. Тогда диаметры делительных окружностей колес на чертеже будут равны солнечного 17,25 мм, сателлита 24 мм, опорного колеса 65,25 мм. Приступаем к черчению. Зубчатые колеса на кинематических схемах изображают штрих-пунктирными линиями. Первым изображаем опорное колесо и показываем, что оно неподвижно. Затем рисуем солнечное колесо, два сателлита и водила. Изображаем также шарнирно-неподвижную опору и две вращательные кинематические пары. Обозначаем характерные точки. Обычно кинематическую схему планетарного механизма изображают в двух проекциях, как это показано на экране. Так как мы синтезируем схему редуктора, то указываем входное звено. Не забываем показать и масштабный коэффициент. Оставим в кадре нижнюю схему, с помощью которой выполним кинематический анализ планетарного редуктора. Построим план линейных скоростей редуктора. Зная частоту вращения солнечного колеса 380 оборотов в минуту, найдем его угловую скорость. Она равна 39,8 секунда в минус первой. Модуль скорости точки А равен 1,373 метра в секунду. Примем масштабный коэффициент скорости, например, равным 0,45 метра в секунду на миллиметр. Тогда длина вектора скорости точки А на плане скоростей будет 30,51 миллиметра. Откладываем этот вектор от точки А вниз. Соединяем точку А малая с точками О и С, которые имеют скорость, равную нулю. Отрезок О, А малая, характеризует скорости точек, лежащих на радиусе О, А солнечного колеса. Отрезок С большая, А малая, показывает, как изменяются скорости точек сателлита, лежащие на его диаметре А, С. Так, вектор скорости центра сателлита Б отложится следующим образом. Если соединить точки О и Б малая, получим характеристику изменения скоростей точек водила H. План линейных скоростей построен. В качестве примера возьмем на схеме на отрезке А большая, Б большая произвольную точку Е большая. В этой точке
геометрически совпали две точки. Одна E2 принадлежит сателлиту, а вторая EH принадлежит водилу. Покажем вектор скорости точки E2. Тоже для точки EH. Определим, например, модуль вектора скорости точки EH. Длина отрезка EEH равна 13,22 мм. Умножив эту величину на μV, получим модуль, равный 0,595 метра в секунду. Иногда план линейных скоростей изображают не на схеме, а ниже ее. Тогда длины векторов отсчитывают от нулевой линии О·С·. В завершение построим план угловых скоростей планетарного редуктора. Угловую скорость солнечного колеса мы определили ранее. Она равна 39,8 секунда в минус 1. Примем масштабный коэффициент угловой скорости равным 0,8 секунда в минус 1 на миллиметр. Тогда длина отрезка, изображающего омега-1, будет равна 49,75 мм. Выберем в качестве полюса P произвольную точку на свободном участке чертежа и отложим вертикально вниз этот отрезок. Его конец обозначим единицей. Затем через точку 1 проведем прямую, параллельную отрезку О·А на плане линейных скоростей, а через P – горизонталь. Полученную точку пересечения обозначим P1. Если через эту точку провести прямую параллельную отрезку О·Б·, то получим точку H. Отрезок PH изображает угловую скорость водила. Проведя затем через P1 прямую параллельную отрезку А-С-, и продлив вверх отрезок 1P, получим точку 2. Отрезок P2 характеризует величину угловой скорости сателлита 2. Добавим поясняющую надпись и масштабный коэффициент, и план угловых скоростей редуктора готов. Правильность построения плана угловых скоростей можно проверить, если из него определить передаточное отношение редуктора. Оно будет равно отношению длин отрезков P1 к PH. В нашем примере эти длины равны соответственно 49,75 и 10,40 мм. Частное равно 4,78, что совпадает с фактической величиной передаточного отношения. Угловая скорость водила равна 8,32 секунда в минус 1. Измерив отрезок P2 и умножив его длину на μω, получим величину угловой скорости сателлита. Она равна 14,3 секунда в минус 1. Из плана угловых скоростей видно, что колесо 1 и водила H вращаются в одном направлении. Сателлиты вращаются в противоположном направлении. Итак, нами была синтезирована кинематическая схема планетарного редуктора, которая позволила построить планы его линейных и угловых скоростей. Чертеж к решению этой задачи выглядит примерно так, как показано на экране.